Продовжуємо після матчу прес-конференцію. Головний тренер Кривбасу Олександр Бабич. Вітаємо вас з дебютним матчем, дебютною перемогою. Оцініть, будь ласка, гру. Ну, перш за все, хочу подякувати нашим вболівальникам, які підтримували нас до останніх хвилин. І благодаря цій підтримці ми здобули результат. Що стосується самої гри, то два різних тайми у нас були. В першому таймі і забили два хороших гола, плюс ко всему, і були моменти ще увеличити счет, но не вийшло. Второй тайм хлопці грали на результат, скоріш за все, соперник Волынь заставила нас більш думати про оборону. Єсть над чим нам подумати, є що проаналізувати. Но в целом хочу так само подякувати своїм хлопцям, тому що результат останніх матчей був для нас не сильно нас устраивал, і всі прагнули добитися тільки положительного результату, победы. Перемоги, перемоги. Дякуємо. Сьогодні основний склад був не такий, як у попередніх матчах. Коли ви визначилися зі своєю стартовою одинадцяткою? Ну, вже вчора ми вже думали і советовались зі своїми помощниками, кого ставити. На самом деле у нас не настолько большой вибір, і хотілося дати футболістам зіграти, скажімо, чуть другого качества. Хотілося футболістів випустити, які люблять комбінаційний футбол і можуть обіграти один в один. Это я имею в виду тот же Татарков, тот же Вагнер, тот же Ильич со старта играл. Хорошо, плохо, мы будем разбираться, но в целом можно сказать, что я видел, что ребята на поле отдались по максимуму. И вопросы есть, и точнее, ну, после этой игры ошибки есть, будем думать, будем чистить. Но в целом мы понимаем, что как бы, я вижу футбол немножко другой. Я вижу футбол, который... не до последних секунд держит в нервозе, а футбол, который добивается, скажем так, положительного результата за счет более такой качественной и более грамотной игры в обороне. Потому что над позиционной, как надо в обороне, так и над позиционной атакой нам предстоит очень много поработать. Болівальники турбує питання, що зі Збунем, що з Баланом, який отримав травми? На даний момент мені тяжело сказать, надо разговаривати з доктором. По первым как бы отголоскам, это колено у Збуня и приводящее у Балана. Поэтому на следующий матч мы будем думать опять, как состав, кого ставить, какую делать ротацию. Но я думаю, что за счет этих положительных эмоций, которые у нас есть от сегодняшней, прежде всего, победы, я думаю, мы быстрее восстановимся и подойдем уже к следующей игре. По крайней мере, футболисты, которые выйдут на поле, тоже оставят частичку своего здоровья на футбольном поле и полностью будут работать ради результата. Вы вперше играли на домашнем стадионе Кривбасу. В каком атмосфера и в зале? Атмосфера супер. Болельщики поддерживали, болельщики гнали команду вперед, болельщики заслужили того, чтобы порадоваться победе, и я думаю, что сегодня эта победа придаст как и нам, так и им хорошие эмоции. Я слышал и видел, и я думаю, что и в следующих матчах эти, скажем, эмоции будут только лучше, и болельщиков будет еще больше на нашем стадионе. Дякую. Питання є? Так. Доброго дня, вітаємо вас у стані Кривбасу, як очільника. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми бачили, наскільки вже картинку, яку ви задали команді, чи ще ми бачили в більшості команду попереднього тренера Приходька? Могу сказати, я не волшебник, і за три дні зрозуміло, що кардинально щось поміняти ми не можемо. У нас була задача максимально больше работать с мячом внизу, максимально
больше работать, скажем, посадить команду соперника на контроль, оставить без мяча соперника. И моментами это получалось. Нервоз возник после того, когда, скажем так, пропустили гол. И, ну, будем откровенны, где-то ментально еще мы не готовы такие игры доводить до солидного счета. Но в целом я могу отметить, это контроль мяча, выход из обороны через передачу у нас проходили моментами неплохо. Плюс верхний прессинг, который мы отработали, ну, в ближайшие эти дни, которые были. То есть вот эти два элемента, которые мы хотели показать, я считаю, что получилось не идеально, но в целом были хорошие отрезки именно как раз вот и по владению, и по прессингу. Скажіть, будь ласка, адаптація вас у Кривому Розі, дуже цікаво, як вам місто, і як, наскільки як відреагував ваш помічник Сергій Лавренцов, який одна з легенд криворізького Кривбасу, як ви можете оцінити адаптацію вас і як тренера, і вашого штабу? Ну, у мене багато друзів тут грали, добивались хорошого результату, і теж Лавренцов, це легенда того бронзового Кривбаса, я просил Сергеича, чтобы он с собой взял две бронзовые медали сюда, чтобы показать ребятам. Но на самом деле адаптации у меня как таковой и не было, потому что я себя комфортно чувствую в Кривом Рогу. И много ребят, с которыми я работал в команде, поэтому, ну, в том или иной команде. Поэтому еще, может быть, все я не посмотрел, но там, где как бы 95-й квартал, центральный городской район, уже поездили, посмотрели, то есть, ну, есть парки красивые, есть где возле реки походить, то есть есть места, и видно, что город развивается, опять же, строится база, стадион, академия, то есть я думаю, что с каждым годом город будет развиваться, будет становиться все красивее, и будет больше, скажем так, мест, где можно будет походить, погулять, отдохнуть с семьями. І скажіть ще останнє моє питання. Які умови, скажімо так, на яких умовах ви співпрацюєте з Кривбасом? Чи підписаний у вас контракт на рік, чи на півроку, чи конкретно під задачею, як? Ну, я приходив, якраз я чекав такий проєкт, який не просто, скажімо так, прийти в команду, яка буде, ну, ставить задачу не вилетіти, або задачу виходу. Здесь ми розуміємо, що серйозна задача стоїть. Создать команду, выполнить задачу, выйти в премьер-лигу и ставить еще более конкретные задачи по борьбе уже, скажем, за верхние места в турнирной таблице. Поэтому этот проект очень солидный, и я думаю, что постепенно мы, скажем, будем развиваться, постепенно, не спешить, но постепенно мы добьемся того, что мы будем в премьер-лиге, и в премьер-лиге мы будем то же самое ставить высокие цели. Контракт, я думаю, уже было сказано, у меня подписан до конца сезона. Это нормальная ситуация. Я понимаю, что есть задача. И уже по ходу этого сезона, ближе к концу, уже мы будем понимать, и насколько мы подходим друг к другу, насколько может руководство свое видение. Ну, здесь мы понимаем, что я работаю, меня наняли на контрактной основе, и мне надо доработать контракт, выполнить задачу, а уже то руководство буде приймати рішення по дальнішій судьбі моєго тренерського штабу. Усім добрий вечір. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Кривбас обіграв у 12-му турі Луцьк-Волинь 2-1 вдома. І короткий коментар по грі, будь ласка, Альберта Шахова, головного тренера волинян. Ну, в першу чергу хочеться поздравити команду Кривбас. Хороша, добротна команда. Видно, що стоять перед командою большие задачи, и подбор футболистов, и тренер хороший, и уже видно, что ребята настроились на нас очень сильно, и, ну, к сожалению, у нас пропускали два ключевых игрока эту игру, Тарябов и Сиаваш, вот, ну и по большому счету в первом тайме с моей стороны неправильно выбранная тактика где-то повлияла на результат. Дякую, питання. Скажіть, будь ласка, гра була доволі такі з багатьма жорстокими моментами. І чим ви можете це зумовити конкретно? Ну, і були і заміни у зв'язку з травм, і все інше. Як ви можете оцінити от таку гру?
Ну, я бы не сказал, что игра была чересчур жесткая, да, мужская борьба. Никакой там грубости, подкатов сзади или ударов локтями, по большому счету, я не заметил. А травмы, ну, мышечные травмы, по большому счету, и замены, и вынужденные замены, я так понял, что команда Кривбас. Поэтому я сверх каких-то моментов грубости не заметил. Ще питання. Гра сьогодні вийшла от такою, якої очікували, як планували взагалі? Ну, опять же, ми сходили з того, що у нас пропускають ігроки по травмі, і поэтому вибрали тактику. Ну, ходили, можна сказати, не то, що удивити, но играть больше вверху, прессинговать, но у нас это не получалось в первом тайме. Старались играть длинными передачами, но при этом не цеплялись за мячи. Во втором тайме перестроились и, по большому счету, показали ту игру, которую должны были показывать в первом тайме.